Девочки, привет! Я сегодня в Чалме, или как она там называется, Салоха. Чалма. Вообще желательно еще капюшон сверху одеть. У нас ужасный ветер. Ужасно холодно. Вот. А мы с Софией с музыки идем. Мы всегда вот тут. Ну, куда мы ходим? На музыку. Сегодня у нас специальность была. Сейчас иду в магазин, мне надо в АТБ сходить. Все, ветер сильный, отключаюсь, а то холодно. А, майонез, да, купить надо, лук. Сейчас будем идти по дороге вспоминать, что мы забыли купить. Так что Чалму, Салоху я надела. Очень даже тепленько, хорошо. Ну что, посмотрим обзорчик с АТБ. Расходили в АТБ, значит, купили кое-какие покупочки. Так, смотрите, вот купила вот такое вот блюдо. Это посуда люминар. Ну, не знаю, правильно произношу, неправильно. Ну, я обычно всегда, мы так говорим, люминарка. Люминар. Вот. Такое вот овальное блюдо большое. Ну, вот хочу, например, или курочку, если запечь, сюда вот так целенькую положить. Мне надо было такое блюдо, давно на него смотрела. Ну, все-таки решила купить 100 гривен. Цена 99,90. Ну, округляю 100 гривен. Так что теперь у меня такая вот красивая вот тарелочка, блюдо овальное. Потом не устояла, девчонки. Но вы же знаете, что я люблю всякие баночки, коробочки. Все такое красивенькое. Вот такие вот органайзеры привезли. Сейчас мы их достанем. Здесь 3 штучки. Вот самый маленький вот такой вот. Он открывается. Красивый. София выбрала цвет. Там были бежевые с коричневым. Я хотела бежевый с коричневым. София выбрала серенький. Они вот такие, как тканевые, из ткани сделаны. Вот это вот железный, так понимаю, ободок. Да, вот его видно. Вот такие вот. Еще не придумала, что здесь буду хранить, но все равно будут в шкафчике красиво стоять. Вот такой вот. А он уже не закрывается? Эти не закрываются, один только закрывается. И вот этот вот побольше. Вот такой вот. Классные, не знаю, мне понравились. Еще были такие зеленоватого цвета. Ну, зеленый не совсем красивый. Ну, что, и зеленый красивый. Ну, вообще, ну, да, вообще я хотела бежевый с темно-коричневым. Ну, как у нас в основном цвета такие, цветовая гамма. Ну, в квартире, мебели. Ну, София захотела, говорит, давай серенький. Ну, давай. Так что вот такие вот коробочки стоили. Сейчас я вам скажу, сколько... Так, эту я вам сказала, да? Блюдо у нас стоило 99,90. А вот этот набор контейнеров, кошики, 129 гривен они стоили. Так, потом вот такая вот досточка была, решила купить такую. У меня деревянные досточки, а это вот такая, как пластиковая. Ну, тут такая она. Досточка, цена ее 60 гривен, по-моему. Сейчас прочитаем, сколько. 59,90, ну, тоже, да? Считай, 60 гривен. Так, Софичка купила себе вот такие перчаточки. Они классные. Да, вот такие вот хорошие. Завтра пойду я в школу. Ну да, когда не сильно холодно. Вот. Потом Софийка себе купила новенький антисептик. Мы хотим брызгнуть, попробовать. Ну, я не знаю, Лянь, там шарики какие-то внутри. Это не шарики, это блесточки, но блесточки специальные. Когда начинаешь, ну так вот, делать, покажи мне на ручке. Когда вот так, ну, растираешь его... Он пахнет? Я не знаю, я еще не нюхала. Не открывала? Вот, тяжело открыть. Давай, помочь тебе? О! Дай понюхать. Обалденно, мам. Очень, ага, вкусно. Ага, вкусненько пахнет. Мороженое или вот чем-то... Вот смотри внимательно. Я капельку себе такую маленькую. Вон эти блесточки, видишь? Да. Но когда размазываешь, смотри внимательно, блестки начинают растворяться. Ага. Вон, это специальные блесточки для рук. А я один раз, бабушка, я хочу себе такой антисептик. Она, ой, не трать деньги, он добавь нормальные блесточки. Я говорю, бабушка, чтобы все руки в блесточках были, это специальное. Ага, приятный такой запах, да? Она, потом Софийка купила себе печенька, уже запах одно скушала. Еще она купила чупа-чуп себе, ну, витаминку уже скушала, да. В общем, все скушала, то, что осталось, то и показывай. И вот такое вот было средство, Глискур. Не знаю, первый раз купила, хочу попробовать, вот, для сухих, вот видите, как оно перламутровое, все отсвечивает, для сухих и пошкодженного, для сухого-то пошкодженного волосся, олия такая вот,
экспресс-кондиционер. Ну, не знаю, попользуюсь, попробую. Это, наверное, после того, как голову уже высушил, наверное, брызгать. В общем, почитаю инструкцию. Вот, это тоже, знаете, сколько, сейчас вам скажу, стоило. По-моему, тоже около 60 гривен. А, засип для догляду за волосем 69,90. Это все в АТБ. Покупочки из АТБ. Вот. Так что будем ухаживать за волосиками. Не пробовала, не знаю. В общем, будем пробовать. Так, и будем организовывать, придумывать, да, Софика, куда мы будем складывать. Знаешь, как ты первый раз снимала вот эту вот коробочку? Для Микиных резиночек хороша. Ну, посмотрим. Может, заколочки. У меня же теперь тоже длинные волосы. У меня теперь свои тоже должны быть коробочки для своих заколочек. Не к твоим ложить буду. И сюда что-нибудь. Не знаю. Может быть... Печенье. Да не, я не для продуктов. Не знаю. Ну, может быть, не знаю, расчески, может. Ну, что-то придумаем. И так, чтобы в шкафчике стояло красиво. Ну, в общем, люблю я такие. С этих на ручках очень приятно. Ага, вкусно пахнет. Вот такие у нас покупки. Точно, что мороженка. Да, она на мороженка похожа. Ну, да. Завтра школу возьму. Ну, бери. Вам же ж надо для школы. В общем, когда... Организую, покажу, что я придумала, что мы здесь будем хранить. Еще не придумала, но купила. Вот, такие они прикольные. Еще Женя в АТБ купил Тайд. Вот такие капсулки на 45 стирок. У меня машинка стирает. Альпийская свежесть. Тоже, по-моему, по акции я смотрела, они были. Такая упаковочка. Вот такие покупки. А у нас уже утро. Всем доброе утро. Прекрасного утра. Ой, я готовлю завтрак. Еще не знаю, что. Ну, сейчас в холодильнике что осталось, что там не доели, то и будем доедать. Поставила, завариваю чай. Сейчас покажу кофеварку. Мне просили название ближе показать. В общем, мы кофе вот якобы завариваем, да, заварную. Мне не нравится его вкус. Там чуть-чуть его, правда, уже осталось. Надо подбирать себе другой кофе какой-то. Ну, в общем, надо другой заварной какой-то купить кофе, попробовать позаваривать. А вот чай, который нам подарили, ну, я вам уже в видео его показывала. Наверное, мне темновато, да? Я свет не включила. Вот этот вот. О, господи, сейчас покажу. Вот этот вот чай. Ой, вкусный, девчонки, вообще обалденный. Хороший чай. Так, вот показываю кофеварку, вот так она называется, название. Ардесто, да, по-моему. Вот так. Очень удобно и чай, и кофе заваривать, обалденно. Вот сейчас я уже заканчиваю заваривать, чаечек сейчас попьем. Работает. Шумит, пыхтит. Будем что-то завтракать. Колбаска, сырок остался, можно послушать. О, еще Женя купил вот что в АТБ. Ну, это, наверное, с работы шел. Сметану, творожок. Так, нам это не надо. Сметана, творожок. Сейчас я дорежу. Сыр. Тут колбаски немножко осталось. Не знаю, сейчас тосты, наверное, надо поджарить. Ага, Мики покормить. Вчера Мики вечером говядину варила, что она так плохо поела. Микуся, что ты плохо поела? Ладно. Сейчас первым делом накормлю Микуся. О, чайник булькает. Слышите? Заварник. Вот что я налила на 9 чашек. Наверное, многовато. Но 9 чашек это... Идут маленькие чашечки, а мы-то пьем с больших. Все. Все. Доготовил. Все. Чаек уже заварился. Так, а как же тебе не вкусно нагреть? Убрала, не стала выбрасывать. Ну, что буду выбрасывать мясо? Я огурцы не ела. Сейчас я огурцы достану. Вечером плохо поела.
девочка, выкабинивается, выделывается. Сейчас я порежу и мясика еще добавлю, свежачка, потому что это мало. Блюсточкой пользуюсь, девчонки, вроде нормально. Но все равно, смотрю, уже она почерпана. Я думала, тут такое покрытие, что она не будет резаться. Так визуально не видно. А если я так рукой провожу, то видно. Так, ножи переставила, отсюда убрала. Ножи мне теперь стоят вот здесь. И теперь забываю, все время рукой хочу достать. А не тут-то было. Ножи в другом месте. Сейчас я ей достану, нагрею мяско, а потом буду готовить завтрак. Девочки, спасибо всем. И не девочки. Всем спасибо большое за поздравления, Жене. Ну, я думаю, Женя проснется, почитает. Я думаю, может, какую-то часть он и почитал, с работы ехал. Вот, спасибо всем большое за теплые, добрые пожелания, комментарии. Очень приятно. Вот. Меня спрашивали, почему не было Элочки на дне рождения. Мы не планировали отмечать Женин день рождения. Вообще не собирались. Ну, так получилось. Позвонил Женин дядя и хотел заехать его поздравить. Я говорю, да нет, так не надо. Я говорю, ну давай, я говорю, приготовлю, посидим, поужинаем. Вот. Ну что, и мы так замечательно, быстренько все приготовили и посидели, хорошо пообщались, поужинали. Чудесно. Во-первых, это трудовой день среди недели. Всем на работу. Так что мы Жене даже не планировали отмечать. Все работают, всем с утра на работу. Не отмечали. Но все равно получилось, что отметили. Мы бы сами, наверное, с ним дома, ну, наверное, что-то тоже приготовила, посидели. А так, нормально, хорошо. Салат Самвела понравился. Вкусный салат с кальмаром. Я готовила. Спасибо. Еще раз хочу вам тоже сказать, кто мне написал в комментариях, что в АТБ продаются кальмары. Я же до этого сколько ходила, их не было. Думаю, блин, ну всегда раньше продавали, а сейчас нету. Думаю, ну я не буду нигде ездить, искать. И тут читаю ваш комментарий. Мы были с Софиечкой на музыке. И я иду, думаю, пойду в АТБ. Захожу в АТБ, так еще по ценникам, а тут они лежат сверху. Только привезли. Вот, так что получился и салатик. Вкусный получился салат. Так, сейчас я Микуське нагрею мясико. Так, стоите, и вам плохо, наверное, видно, чем я занимаюсь, да? Вот это засвечивает. Но если я выключу, оно будет темновато как-то. Лампу надо, да, включать? Неохота сейчас лампу включать. Сейчас Мики нагрею покушать. Все. Мясо убираем. Микусик, дорогусик, иди кусюсик. Кусюсик будешь. Мики, иди будешь кушать. Лежит, выделывается. Ох, эта девочка. Балованушка такая. Все. Что она хочет, не знаю. Эти дни варила ей курицу. Ну, в общем, она ее ела с удовольствием. Но позавчера уже все. Не хочу, не ем. Я вчера сварила уже. Ну, как есть так плохо. Говядину. И она и говядину особо не хотела есть. Так, Нароняла кусочек мяса уронила. Так. Мики, иди кушай. Не знаю, положите эти огурцы рядом. Ладно, тут сбоку положу. Захочет, поест. Они такие не вяленькие. Мики, иди кушай. Лежит вон. Видите, дамочка лежит. Наблюдает. У нее там наблюдательный пункт. Чем мама занимается?
У нас-то дома жарко, и получается, я поставлю ей кушать. Она ходит, думает, кушать или не кушать. А оно же быстро обветривается тогда все. Я говорю, ну, тебе пока нагрели свеженькое, иди кушай. Иди, Микусик, иди. А, я знаете, сейчас чем ей сделаю? Примощу. Я ей капельку на мясо капаю льняного масла. Ей очень нравится. Главное только капельку капнуть. Микусик, иди. Капельку, капельку. Иди будешь кушать. Сегодня у нас пятница. Это видео у меня за 2 дня. Я распаковку... Ой, обзор с АТБ. Это вчерашний день был, девочки. Это вчерашний день. О, побежала, побежала. Так, чай заварился. Сейчас приготовим нарезочки, сделаем. Нарезочки, может тосты пожарить. Вчера тут дорезала я, чтобы вам не шурудить. Вечером резали с Софийкой, захотели колбаски перекусить. Сейчас надо красивенько так положить, уложить. Вот это вкусная колбаса, Женя покупала. Ну, уже бумажки все по срезала, но цена осталась по 270. Какая-то колбаска. Ну, это, наверное, Москва 100%, а это не знаю какая. Какая-то колбаска. Сейчас приготовлю, Женю разбужу. Позавтракаем. Там туда-сюда Софийка уже со школы придет. Я не знаю. Нам в музыкальную школу ехать сегодня, не ехать. Учительница написала, потому что кто дистанционно занимается. Написали, что можно заниматься дистанционно. Ну, ладно. Мы вроде и не ездим, а потом... Ну, а почему вы пропагуете? Вы, говорит, домашнее задание не сдаете. Ну, не отправляйте, так нам никто не присылал его. Именно тесты. Просто домашнее задание, да. София писала, смотрела там по сольфеджио. Даже он тетрадка еще лежит на столе. Вот это такая колбаска, я люблю ее. Она... Ну, страшно резать. Можно, знаете, пальцы отрезать. Не буду так. На мясо режет, не режет. Сырочек. Сейчас пару штучек отрежу. Сыра. Сегодня ночью Микуся начала. Я лягла спать, еще 2 часов не было. Проснулась от того... Ну, как проснулась, я еще не уснула, долго лежала. Мики начала чихать. Но не так, как заболела, вот, чихает, а как-то так потихонечку, ну, тут шо она... Тут вроде только засыпаешь, а она все рядом, еще лягла рядом на подушку возле Софии, возле меня лежит, и чихает, и чихает, и чихает. Да что такое, Мики? Ну, я потом взяла так носик, потрогала. Может, волосинка какая-то и щекотила. Я так пш-пш-пш-пш. Ой, боже мой. Ты думаешь, это спит, а что-то расчихалась. Кушает. Кушает, девчуля. Что-то кушает. Кушай, кушай, кушай. Кушай, любименькая, кушай. Кусяли мы, покусяли. Лётик мама вытрет, Лётик. Лётик Микуськи вытрет, да? Ой, так, скажи, вкусненько мне было. Вкусненько мне было. Ну, не доела, чуть-чуть осталось. Ну, ладно, ну, нормально, я же добавку и добавила. Всё, Микусика. Можешь идти гулять. Ой, давай. Потом пойдем прическу поделаем. Так, девочки, все, мясо не резала.
Я думаю, вот этого достаточно, да? Колбаса, сыр. Сейчас тосты, наверное, приготовим. Приготовим тосты и все, и завтрак. Сейчас достану тост. Будем готовить. Достала тост, жарим. Чай уже налью сейчас, когда Женя проснется. А Микусик там что, плачет? Плачет сидит, девочка. Чего ты плакала? Чего ты плакала на стульчике? Тебя не видно. Сырочка, наверное, хочет. Ну, вот еще Софийка вчера тоже учила. Ой, я тут, конечно, ничего не понимаю в этих словах, в этих нотах, тонах, полутонах. Так, не музыкант я, не музыкант. Кстати, она достала этот, у нас синтезатор есть. И этот достала, уже, наверное, неделю у нас стоит в спальне синтезатор. Понаклеивала там на клавиши циферки какие-то, в общем, играет. То, что она на скрипке играет, она играет на этом синтезаторе. Ну, у нее получается играть, да. Мелодия выходит, и молодец. И значит, на следующий год у нас должен второй дополнительный предмет быть. Ну, можно, не можно, но, наверное, пойдет, будет фортепиано. Ну, ей нравится, она сама сидит там, играет, у нее получается, да. Микусик, сырочка просит. Скажи, я покушала, сырочком не закусила. Так, чтобы они не сгорели. А тут вчера Женя жарил. Чуть-чуть зажарил. А я люблю такие, чтобы были вот такие вот красивенькие. А, горяченькие. Горяченькие. Горяченькие выпрыгивают. Ой, девчонки, столько работы. Что-то я, конечно, подустала за эту неделю. С готовкой, с гулянкой. Все равно от этого, наверное, устаешь. А что-то мне такая апатия, ничего неохота делать было. Вот. А надо, в общем, заниматься. Сейчас стирка загрузилась, у меня стирается. И перестирать надо, белья собралось много. И дома надо тоже чуть-чуть порядки понаводить. Постель поменять, надо постирать. Вот. На улице. Что у нас на улице, девочки? Ничего, пасмурно. Снега нет, дождя нет. Ну так, сухо. Да? Смотрит на меня, стоит. Заколола волосы своей заколочкой, чтобы они меня тут не телепались. А что, я поставила, не включила? Удобно. С этим крабиком. Ну не крабиком, вот эта шпилька, которая была. Хорошо. Так что такие дела. Смотрит, я в руках держу с хлебушка. А, еще у меня спрашивали по поводу костюма, где ей дарили костюм. Я уже говорила, наверное, в Покровске, в Красноармейске, на втором этаже в универмаге. Ну, может, мы вот скоро поедем, я вам покажу именно, где этот магазин находится. Съездим. Потом про платье. Синее платье вот это с бонпри, которое воротничок, стоечка на пуговичках. Ну, как на поло похоже. Спрашивали артикул. Я вчера нашла, артикул вам написала. А потом давай себе проверять, а его нет в наличии. Уже все, товар разобрали, наличия нет. Вот. Что еще вам новенького? Так ничего, ничего новенького нет. Ничего не происходило за эти дни. Да? Да. Так, блюдом довольна, что купила. Блюдо классное. Коробочки там поставила в прихожке. Но еще там надо кое-что в другие поперекладывать. Ну, в общем, организую, потом вам покажу. Да. Еще знаете, в АТБ какие были хорошие органайзеры? Двух размеров. Одни вот такие вот большие. Одни чуть поменьше, но вот мне большие понравились. Внутри у них такие железные распорки ставятся.
И он такой, как квадрат получается. А верх на замочке. Получается, как короб. И можно там белье складывать или одеяло прятать. И, но он держит форму. Прикольный. Вот большой, по-моему, 150 гривен стоит. Неплохой. Понравился мне. Так. Скоро Новый год. Снова новое меню, да? Я даже не знаю, что буду. Утку буду 100% готовить, а все остальное буду думать. Селедку под шубой приготовлю. Вот я в том году, позапрошлом году готовила, она у меня что-то не получалась какая-то. Вот невкусная была все время. А вот до Паши мы ходили, к Элочке я готовила вкусное. На свой день рождения вкусное. Селедку под шубой тоже приготовлю. А так еще не знаю, буду думать. Супер новинки. Еще даже не знаем, где мы будем. Ну, дома будем отмечать. Уже хочется елочку наряжать. Елочку наряжать. Микки, тихо. На улице кто-то выбивает, она гавкает. Уже смотрела, Самвел нарядил елку. Красивая у него елка такая. Игрушки сами, вот эти понты красивые. Нравится. Побежала. Там Женя, наверное, проснулся. Так что скоро будем наряжать, украшать, наряжать. А, еще заказала на Алиэкспресс, знаете, вот это как на окно в зале хочу повесить. Эти огоньки, которые там вниз спускаются на все окно. Вот такое заказали. Главное, чтобы оно пришло. Я смотрю, сейчас Женя там в трусах, чтобы не вышел. Женя. Сейчас я выйду. Специально выйду. В трусах? Пусть посмотрят все. Ой. Женя, ты... Здрасте. Ляня, ты взял и правда вышел в трусах. Халатин еще. Женя, ты читал комментарии, сколько людей тебе поздравили? Спасибо, всем спасибо за поздравление. Я же написал там, кстати. А, ты от себя ног тоже знает, что тут ты. Ну, а то не видно, что он подписан. Там непонятно, как подписано. Понятно, что пишет человек, который всем благодарит. Ну все, у нас завтрак готов. Да, Женюрик? Да. Все, будем завтракать. Угу. Мы с Софийкой уже едем домой, да? Смотрите, елочки у нас уже украсили. Ну, елку еще не ставили, а так деревья в виде елочек. Очень холодно, замерзли, да? Ждем. Я хочу быстрее домой теплый чаек выдать. Я тоже хочу домой. Хочется кушать. Тут стоишь, смотришь, все хочется, да? Кушать хочется. Какой-то автобус. 22-й, ура! Ой, повезло нам, да, Софи? Замерзли, как эти, да? Я маски дома забыла свою красивую. Ну, я тебе новенькую купила. Наконец-то мы приехали домой, замерзли. Хорошо, дома тепленько, так хорошо. Так, зашли в магазин. Сейчас быстренько покажу, что мы купили в АТБ. Ну, там не сильно много там овощи. Ну, ладно, сейчас покажу. И будем кушать. Кушать хочется. Я утром снимала, как я завтракала, что я там пару бутербродиков съела и все. Не знаю, как сейчас вот так камеру поставлю. Девочки, сейчас сразу с пакета все достану и покажу вам. Так, купила один тюбик чумака пасты надо мне. Надо. Потом сырки вот эти по акции сейчас по 9 чем-то. Вот мы взяли воршковый, потом воршковый, зеленью. Короче, 4 воршковых, 2 с зеленью. Вот, сырочки вот эти вкусные, плавленые сырочки. Дальше кофе. Элочка такой кофе пьет, мне нравится у нее. Понравился этот кофе. В общем, сейчас по акции 51 гривна. Вчера не было акции, сегодня смотрю акции. Хорошо, что я его вчера не брала. Вот, так что купила. А может, я позавчера смотрела, я уже не помню, когда его смотрела. В общем, будем пробовать, потом скажу. Ну, я у Эллы пробовала, мне нравится. Микуська, Софийка захотела кабачковой икры. Господарочка, 18 гривен сейчас по акции ВТБ. Вот, что дальше? Хлебушка взяла, вот такой, с семечками. Мне нравится, зерновой. Зерновой, подовый, такой черненький хлеб, потом обыкновенный хлеб, потом горчичный мы берем все время. Так, лук закончился, лука подкупили, Женя на тормозок огурцы,
Никуся. Морковку не выбрала, вот это две штучки только выбрала. Вся какая-то такая маленькая, мелкая. Я говорю, мне хватит. Завтра мне надо готовить, мне две морковки хватит. Так, бурячка подкупила. Сейчас буряк вкусный такой, вот ВТБ сладкий, хороший. И купила девочке капусту. Вот такую вот. Сейчас пакет уберу. Вот такую капусту савойскую. Я не пробовала ее, с нее не готовила. А хочу, знаете, что приготовить? Хочу приготовить голубцы. Хочу голубцов, не могу. Мики, ты что, вообще обнаглела? Куда ты лезешь на стол? Нельзя. Прыгает вообще, приборзела. Вот эти АТБ пакеты, уже все, он буряк весь развалился. Так что будем завтра с вами готовить голубцы с савойской капустой. Ни разу не пробовала, потому что в АТБ мне не понравилась обыкновенная капуста. Вот такие кочаны, толстые, вся какая-то вот так, знаете, как почиканная, порезанная. Думаю, ладно. Я смотрела в интернете, девочки готовят из пекинской капусты. Прям хвалят, что голубчики мягенькие получаются. Ну, думаю, ладно, я попробую с савойской. Все. Убрала, а то этот рассыпался. Сейчас стол повытираю. В общем, такие покупки. Все, больше ничего мы не покупали. Да, все, ничего не брали. Сейчас тут все вытру. И все. А с вами на сегодня уже буду прощаться. Хочется покушать. Сейчас покушаем. Мне еще видео надо смонтировать. Ой. Мне такое видео. То мы завтракаем, то уже у нас вечер. Какие-то мы сегодня неорганизованные. Ладно, все, я с вами прощаюсь, всех люблю, всех целую, все. Всем пока-пока на сегодня. А завтра будем готовить с вами голубцы. Все, пока-пока.